друзья, жара невыносимая. Фу, я поплавала. Ой, жарко. Вода теплющая. Обалдеть. Фу. Все-таки океан он усыпляет. Хочется спать. Поплаваешь и потом после обеда хочется задремнуть чуть-чуть. Фу. Жара невыносимая просто. 38-39 градусов. А вода я не знаю сколько. 25 где-то так. Ну классно. Спрашивают, есть ли здесь акулы. Нет, акулы только есть на юге Франции. Маленькие, на Корсике, Корса. А здесь нету. Атлантический океан. Вы все прекрасно знаете Морбион, Биарриц. В Биаррице очень много русских вилл. Домов они там поступали. Путина там вилла есть. Его первая жена там постоянно приезжает, отдыхает. Здесь есть виллы русские. Но не в самом Кеброне, а на островах русских. Я не знаю, там, кто именно. Вилла Сальмихейк. Ее мужа здесь есть. Певцов, композиторов, художников. Через это же супермаркеты Ашан. Ашан известный. Вот они купили этот дом. И семейство, и семья-то большая, приезжают там с детьми, с бабушками, дедушками. Так смешно. Я такая довольная. Бланш нуар ту вью? Эски ту вью, шери? А, Лила? О, ла-ла. Атансон или саваж? Сегодня понедельник, бушующий океан, и не видно, правда, я вижу дельтаплан, мужчина, женщина, летает, ну, купается, даже когда не рожает, там, мои поехали купаться, загорать в дом, а я решила пройтись немного, может быть, выпью чуть-чуть чего-нибудь вкусненького, хотя пересыщены, поели.